школы, это будет остановлено силами закона и силами действия приводить в порядок документацию наличия земли. Я могу только сделать в рамках закона, поэтому письмо, направленное в прокуратуру, оно уже начало действовать. Прокурор поручил изучить все документы, которые мы предоставили. И вместе с городским советом будем принимать, готовить решение на декабрьскую сессию в отмене решения, которое было принято по выделению этого участка земли. Стройка будет остановлена силами закона и силами действия предписания прокуратуры. Если вдруг не получится, мы вместе с прокуратурой обратимся в суд для того, чтобы остановить эту стройку.